можете осудить меня за эту покупку. Я очень сильно хотел его. Есть эмоция с сигарой какая-нибудь? Вы поняли, что я сделал? Я купил себе Бендера. Я не знаю, как еще мне понизить, повысить FPS и что мне понизить. Вот, режим производительность, вот. Давай. Да, а нет, у меня 1600 на 900, так, оф, давай. Угу. Ага. Так. Производительность. Я сделал 50. Средняя. А, ну, кстати, я прибавил себе... Я сделал себе другое разрешение. Я прибавил себе этих 3D резолюшенсов. Все вроде не лагает, хотя... У меня было 1900 на 1080. Ой-ой-ой-ой-ой. Очень нравится Бендер. Я один, но против меня еще кто-то. Пидоры бегут, пидоры бегут. Я понимаю. Не надо. Я сейчас найду себе ружье и вас спасу. Я не могу тебе помочь, у меня нет ружья, я в поисках ружья. Так.
Так, все, тихо, давай, я тебя сейчас спасу. Просто если их у них IQ больше, чем один, то меня сейчас просто сбросят. Но я, слава богу, очень оперативно врубил эту проблему. Нет, я его не ликвидировал, просто... Очень нравится скин Пайпера. Он еще чавкает забавно. Вот он там. Где-то вот он. Только не упадите, пожалуйста. Ну, вот он там. Но он уже далеко, он не будет у нас. А ты что, одного за... ты зарубил, что ли, кого-то? Ну, прости, ну, я... Так, я вообще бендер. Какие ко мне вопросы? Я радуюсь, что я не променял на тебя на кокаин и шлю. Да. Здесь можно послайдить. Мне очень нравится скин Бендера, честно говоря. Музыка из Final Fantasy, видимо, у вас. Я не понимаю, как можно играть под музыку. Мне кажется, это совершенно невозможно. Это вы? Или это не вы? Просто чтобы я слышал звуки моих страданий, но ничего не происходило. Пистолет Гитлера. Нет, мне не нужно. Подраться с ним. Кто-то ездит, но он не по нашу душу вроде бы. Я не буду залупаться. Нам нужно машины и поехали. Мне очень нравится Бендер. Thank you.
Да. О, они нас перевернули, спасибо. Уезжаем. Ты видел, что у нас чувак? О, аирдроп. А где аирдроп? Я не знаю, меня тоже не нужно. Вот еще вискарик. Можете взять. Я вас оболью. За погоду будем. О, хранилка. Ну пусть бегает. Да. Нет, я хочу хранилище. Бригадируйте нас, пожалуйста, как вы умеете. А у меня есть стены, я вам скину, а вы постройте их. Ну, чего вы? Держите стены. У меня нету бинда на них. Да нет стен. Это мне кажется по нашу душу. Надо быстрее бы отсюда убраться. Да, давай, конечно, ничего не предвещает беды. Пока что. Плохо. Ну мы их пересидим по аптечкам, я думаю. Шанс встретить Бендера и женщину-кошку. Ну да, да. У нас бесконечное количество аптечек, там рядом есть машина. Гитлеровский пистолет, секунду, сейчас я модифицирую его. Ой, я уже устал тут что-то сидеть, томно как-то все. Давай.
Я не понимаю просто им-то зачем здесь сидеть, ну то есть вот буря придет. Сейчас, давай подождем какое-то время в буре. Давай. Просто ем аптеку. А тут гелик еще у нас есть? Или его уже взорвали? Нет, садись. Я жду. Ну, они, конечно, выбрали неплохую стратегию, но они не знали, что они имеют дело с мастером Базиликом, который может нажать до связи в любой момент. А у меня есть водочка. Я же Бендер все-таки. Посмотрите в окно, выглядит как будто я ссу на себя. Аптека. Давайте сверху посмотрим на это событие. 70. А, все. А, да нет, они все рассыпались вроде уже, нет. Так, у меня слишком много аптек. Вон там. Плохо. Давай, сейчас мы туда направимся. Пока. Плохой Базилик, плохой. Так, ну к медальонам мы не поедем, да, в логово? Ну, они там, где метка, ну... Там, где смородина растет. Обожаю Fortnite вот за это.
Ну просто эти чуваки, они где-то снизу ходят. Вот, я их только что сейчас всех сбил, и мы начинаем драться за погоду. Только погода у нас вывалилась. Секунду. Да. Давай. Сейчас, у меня там было столько мочи. Ну ладно. Я заберу мочу. Она здесь где-то на отвесной скале. Там чуваки снизу. Готов? Но нет, к сожалению. Да что такое? Да и что он строит вообще? Я одного кекса сбил белого. Он сзади, сзади вас, сзади вас. Нет. Настолько же я хорош. Возражу. Ну, медальоны в теории вне досягаемости нас пока, то есть мы вообще. Так, держите вам моча, моча. Не понял. Так, у нас осталось... А, ну, команда против команды. Ну, можно посидеть здесь, в теории, ну, если вы хотите. Нет, нет, надо бы на самом деле уже побежать в бурю. У нас же там есть гелик, поэтому давайте. А, он сверху, ты видишь его? Почему такая? А как выиграть в таких ситуациях, я не понимаю.
Да, я здесь, нет. В этот Гизенваген. А, нет, ну куда тут? Куда тут можно полететь, я не знаю. Сюда давайте. Здесь никто не приземляется. Кусь. Чем мне нравится играть в этом болоте, ты можешь улететь с космической скоростью, вообще с первой. Да-да-да. Я очень элегантно стреляю из гитлеровского пистолета. Очень роскошно, я бы даже сказал. Джонни Дикая Белка, это мое прозвище на Диком Западе, как вы понимаете. Я ощущаю ковбоем в таких. По адресу. Вообще серьезное сражение. Да не, ну я просто не очень понимаю, сколько здесь людей находится вокруг меня.
всякий случай дислоцируюсь отсюда. Меня просто едят комары. Это Лила. Прости, Лула, Лилу. Да. Да, я не жалею вообще ни о чем с тем, что я купил Бендера. Америки. Ты можешь, пожалуйста, прийти? Это, видимо, твой гелик. Нет, нормально. Достал, это мой гелик теперь. Ой, здесь какой-то хер. Но я его сбиваю уже. Да нет, он слаб, он низок. Давайте. Какая-то анимешная девочка. Пойдемте, там airdrop падает на этот. Пойдемте на коробку. Нет, зачем я это сделал? Я сам себя на гранате подкинул. Граната. Пистолет Гитлера золотой. Простите. Подожди, я тебя могу столкнуть в теории? Какой-то хер где-то здесь. Под нами. Я прямо на него наехал геликом, но это не помогло. Я его вжал в этот. Нормально, я понял. Я его вжал в стену. Да, тут есть эти.
Короче, встань вот здесь на край, я тебя смогу сбить на машине. Ну, я имею в виду, ты на машине встань сюда. Поехали в хранилку. На самом деле с машинами значительно веселее Fortnite выглядит. Машины появились в... У меня были машины, но их очень долго не было. То есть они появились, наверное, в третьей главе, а во второй... Я вот начал играть со второй. Во второй их не было, по-моему, полностью вообще. Во второй были только лодки. Лодки. Я думаю, ты даже не застал лодки. Не, вот лодки были метой на самом-то деле. Эй, как ты их успел взять больше быстрее меня? Взять что-то быстрее базилика, это действительно талант. Можем просто на гранате разлететься здесь. Вылези наверх. Внезапно. Я тоже в машине. Я убил гриба. Он был один. Я очень подло. Ты меня стратегически опять же к нему подкинул. И он ничего не смог с этим сделать. Они очень лоу. Можно их добить. А, ну на остров, я на острове. А, тут твой херов. Я на острове, здесь один очень низок. Ой-ой-ой-ой. Ну он
каких-то ранцах он улетел. Ну и все, и похер. А, нет, подожди, стой. Это откуда доносятся звуки чудные? А где он? Может, он в подполе? А, да, тут чувак модифицирует. Я его убил, прости. Я понимаю, что это... Что это святое время, когда не, как бы человек не дотрагиваем, но нет. О, у меня есть какие-то парные микро-ППЛ мифические. Внезапно. Захватить остров, пожалуйста, я пойду модифицирую. Хотите вам парные УЗИ там какие-то мифические? О, когти. Стой! Сюда какая-то машина прилетела. Лоу, чувак. Он прыгал. А, стой, летит сюда кто-то к нам. У меня есть такое впечатление. Не вижу. Сейчас. Так, на автомат, держите. Ой, это что-то малое вам дал. Надо на этот, на дельтаплан. Нет, я вам мало дал. Надо было больше дать. Я борюсь сейчас против всех и комаров еще немного. Нужен какой-то куст выгодный. Заберите меня. Ладно, я упрыгиваю. Нахер. Я тоже даю. Вообще, насколько это возможно. Я сел, едь. С кем приходится? Давайте в этот куст, может быть, забуримся. Так чё, мы из зоны сейчас уедем, она пойдет. Я понимаю. Но это было великолепно. Так, держите патроны на автомат. А, мы можем через этот, через Газенваген улететь. Как он? Ну давай подождем, пока нас не настигнет буря. Я никуда не хотел бы с ними бодаться лишний раз. А здесь кто-то есть, кстати. Здесь, кстати, кто-то есть. Ага. Да. Я жду здесь чувака. Вот он здесь. Он на чем-то летит, на каких-то. Но он на когтях улетел, пантеры. Он... Да, на них можно прыгать, вы же прыгали на них.
Короче, все, я в Гейзенваген. А, она уже под вас носит. Чего? Почему я не могу? А, я, возможно, кстати, умру просто из-за того, что я не знаю, как работает Гейзенваген. Мне нужна аптека просто срочно. Меня кто-то задетектил. Какой-то хер. Я улетаю, простите. Кочегарь. Давай, 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 давай. Я понимаю, да, но я пытаюсь сделать так, чтобы они забыли о том, что они меня видели. Я их увидел и просто скрылся. А, я не знаю, я не знаю. Дистанционно. А вам написали, что кто-то умер? Делать-то в этой ситуации вообще. Адский Янус. Грели хлебом. Я понимаю, ну просто, ну у меня, ну... ну я делаю совершенно несуразные действия. Просто я не могу наесться никаким дерьмом абсолютно, потому что нет ничего, чтобы наесться чем. Блин, как ранец мета, видимо. Еще разочек, я думаю.